Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин. Это я в моем эллинге. Вот, готовлю сейчас себе ужин. Вот, сейчас у нас где-то около 10 вечера. Ой, не сюда, не надо, вот на тот стульчик. Я же тебе уже сказала, на тот стульчик, потому что я здесь готовлю кушать. Нет, сюда прыгать не надо. Вот Матильдочка сюда пошла, на этот стульчик. Сюда не надо, не надо прыгать. Вот, в общем, готовлю ужин. В общем, нут с рисом. Грею себе нут с рисом, имейте это в виду. Вот. С овощами, помидор, огурец. Так что вот. Вот в эллинге напротив, там, где Дмитрий с женой и с ребенком, заметила каких-то там мужчин. Мужчин, которых раньше не видела. Молодых людей, вернее. Мною были в окне замечены сегодня. Был замечен молодой человек. Сегодня там с пакетом с каким-то. Имейте это в виду. Вот. И некоторые, сколько там, дней назад тоже. Но он это или не он, было точно сказать не могу. Вот. А так что-то я раньше и не видела этих людей. Что за люди? Что за люди там такие? Смотрела, смотрю. Так что вот сейчас с этой стороны еще поставлю. Засниму себя с этой стороны. Вот. Татьяна Салмановна Мактум Сейфуддин. Вы меня смотрите по моей странице в Facebook. Это мой life journal. Вот. Мой life journal. Готовлю себе ужин. Сейчас у нас около 10 вечера. 14 число. Так что вот, встала я сегодня уже после 3 часов. После 3 часов дня приняла душ на 4-м этаже моего эллинга. Вот, также встала я на 4-м этаже. Ну, как обычно, я же вам там пишу. Понимаете, с грузинной кровати. Ну, как бы я вам и заснимаю это все. Пишу и заснимаю. Вот. Такие вот дела. Вообще ужин. Сейчас у нас приходится споласкивать еще, потому что, в общем, котенок как-то она любит здесь это. Она любит побегать, попрыгать по столу. Приходится споласкивать еще. Ой, Матильдочка хочет на улицу, имейте в виду. Матильдочка хочет выйти. Света здесь у меня нету. Ой, Матильдочка, ты хочешь выйти? Матильдуси. Мяуси? Матильдочка. Ну это мяуси. Матильдочка, в общем, пошла туда. В общем, темнота. Ой, в общем, вот так дверь я тут прикрыла, закрыла. Такие вот дела. Сейчас буду.